Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня будем вязать вот такую летучую мышку по схеме Ксюши Тхир. В октябре нас ждет праздник Хэллоуин. Кто-то его справляет, кто-то нет. Но мы решили порадовать своих подписчиков мастер-классами на данную тематику. Выпускаем мы их пораньше, чтобы вы успели связать вместе с нами вот такие вот игрушки. Для вязания нам потребуется розовая плюшевая пряжа и красная акриловая пряжа, глазки 25 мм и реснички. Также я использовала черную акриловую пряжу для вышивания бровок и розовую для утяжки. В этот раз решила попробовать новую пряжу для Мия, но она мне не понравилась, поэтому оттенок я вам называть не буду. Лучше возьмите Woolens Bunny Baby, любой розовый оттенок, и можете связать вместе с нами мышку. Эта пряжа очень сильно осыпается, и при пришивании деталей возникают трудности. А для бантика я использовала Gazelle Jeans номер света 1137. Плюшевые детали я вязала крючком номер 4, акриловые крючком номер 2. Приступим к вязанию. Перед тем, как приступить к вязанию, необходимо приклеить реснички к глазам, чтобы они успели подсохнуть. Давайте свяжем голову. Начинаем вязать с двух воздушных петель. Первая, вторая. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ставим маркер. Второй ряд вяжем 7 прибавок. Из одной петельки провязываем 2 столбика. 1-я прибавка, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 3-й ряд вяжем 1 столбик прибавку 7 раз. У нас по кругу будет 21 столбик. 1 столбик. Следующую петлю прибавка. 1 столбик. Следующую петлю прибавка. 2-й раз 1 столбик. Прибавка. 3-й раз. Вяжем еще 4 раза самостоятельно. 4-й ряд вяжем 2 столбика прибавка 7 раз. 1-й столбик, следующую петлю 2-й, прибавка.
Первый столбик, второй, прибавка, первый столбик, второй, прибавка. Вяжем эту комбинацию до конца ряда. У нас по кругу должно выйти 28 столбиков. Пятый ряд вяжем 3 столбика прибавка 7 раз. У нас по кругу должно быть 35 столбиков. Первый, второй, третий, прибавка, первый, второй, третий, прибавка, первый, второй, третий, прибавка. Повторяем эту комбинацию до конца ряда самостоятельно. Шестой ряд вяжем 4 столбика, прибавка 7 раз. У нас по кругу 42 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, прибавка, 1, 2, 3, 4, прибавка, 1, 2, 3, 4, прибавка, 1. Вяжем до конца ряда самостоятельно. С 7 по 9 ряд, то есть 3 ряда, провязываем по 42 столбика без накида. Из одной петельки провязываем 1 столбик. Вяжем 3 ряда самостоятельно. 10 ряд вяжем 5 столбиков, убавка 6 раз. У нас по кругу должно получиться 36 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем убавку. Это первый раз. 1, 2, 3, 4, 5, убавка, 1, 2, 3, 4, 5, убавка, 3 раз. Вяжем еще 3 раза самостоятельно. 11 и 12 ряд провязываем по 36 столбиков без накида. То есть 2 ряда провязываем самостоятельно. Из одной петельки 1 столбик. 13 ряд вяжем 4 столбика, убавку 6 раз. По кругу должно получиться 30 столбиков. Первый столбик, второй, третий, четвертый, убавка,
Это первый раз. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Убавка. Это второй раз. Провязываем еще 4 раза самостоятельно. 14 ряд вяжем 3 столбика убавку 6 раз. По кругу должно получиться 24 столбика. 1, 2, 3. Убавка. 1, 2, 3, убавка. Вяжем эту комбинацию до конца ряда самостоятельно. Глаза оставляем между 9 и 10 рядами. Между глазами расстояние 5 столбиков. То есть от одного края глаза до другого должно быть 5 столбиков. Когда будете вставлять глаза, необходимо обратить внимание, что голову мы начали вязать снизу. То есть вот эта вот часть связана, это уже наш низ головы. 15 ряд, вяжем 2 столбика убавка 6 раз. Первый столбик. Второй. И убавка. Первый столбик. Второй. Убавка. Продолжаем вязать до конца ряда. У нас по кругу должно быть 18 столбиков. Наполняем голову холофайпером. Так, в последний момент я решила глазки сделать все-таки зеленого цвета. Теперь вяжем 16 ряд. В 16 ряду 1 столбик убавка 6 раз. У нас по кругу должно получиться 12 столбиков. 1 столбик, убавка, 1 столбик, убавка, это второй раз. Вяжем комбинацию еще 4 раза самостоятельно. Нам осталось провязать последний ряд. Поэтому при необходимости добавляем холофайбер. Вяжем 6 убавок. Первая. Вторая. Третья. Еще 3 убавки вяжем самостоятельно. Затем берем иголочку и стягиваем отверстие. Вот такая голова получилась у меня. Теперь приступим к вязанию тела. Первый ряд. 6 столбиков кольцо амигуруми. Набираем 2 воздушные петли. Первая, вторая. Теперь во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Первое. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Третий ряд вяжем прибавка 3 столбика 3 раза. У нас по кругу должно получиться 15 столбиков. Прибавка 3 столбика. Раз, два, три, прибавка, три столбика, раз, два, три, прибавка. Раз, два, три. Четвертый ряд вяжем прибавка 4 столбика 3 раза. Прибавка 1, 2. Три, четыре, прибавка, один, два, три, четыре. Вяжем эту комбинацию еще один раз самостоятельно. Пятый ряд вяжем 18 столбиков без накида. Из одной петельки провязываем один столбик. Вяжем этот ряд самостоятельно. Шестой ряд вяжем 2 столбика прибавка 6 раз. У нас по кругу должно получиться 24 столбика. Первый столбик, второй, прибавка. Первый столбик, второй, прибавка, первый столбик, второй, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 3 раза самостоятельно. С 7 по 9 ряд вяжем по 24 столбика без накида. Из одной петли провязываем 1 столбик. Вяжем 3 ряда самостоятельно. 10 ряд вяжем 9 столбиков, 3 убавки и 9 столбиков. Начинаем вязать. Первый. Второй. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой,
восьмой, девятый. Теперь вяжем 3 убавки. Первая убавка. Вторая убавка. Так, вторую убавку нужно отметить маркером. Третья убавка. И до конца ряда у нас осталось 9 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Сейчас у нас по кругу 21 столбик. 11 ряд, провязываем 21 столбик без накида. То есть вяжем без изменений. Из одной петельки вывязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно. 12 ряд, вяжем убавку 5 столбиков 3 раза. Убавка. Столбиков 1, 2, 3, 4, 5. Это первый раз. Убавка. Пять столбиков. 1. 2, 3, 4, 5. Это второй раз. Вяжем эту комбинацию еще один раз самостоятельно. У нас по кругу должно быть 18 столбиков. 13 ряд. Вяжем убавку. Один столбик. Затем комбинацию убавка 3 столбика 3 раза. Убавка. 1, 2, 3. Это первый раз. Убавка. 1, 2, 3, это второй раз, убавка, 1, 2, 3, это третий раз. У нас по кругу 14 столбиков. Затем мы делаем в первую петлю соединительный столбик. Отрезаем нить. Необходимо оставить длинный кончик для пришивания головы. Тело набиваем холофайбером. Желтый маркер необходимо оставить. Это у нас середина животика. Откладываем детальку в сторону. Сейчас мы будем вязать вот такие уши. Одно я уже связала, второе свяжем вместе. Первый ряд 6 столбиков кольцо амигуруми. 2 воздушные петли. Первая.
вторая. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Первая. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Ставим маркер. Во втором ряду провязываем 6 прибавок. Первая прибавка. Ниточку я сразу буду ввязывать. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Сейчас у нас по кругу 12 столбиков. Третий ряд вяжем комбинацию 3 столбика, 3 столбика в одну петлю 3 раза. У нас по кругу должно выйти 18 столбиков. Так, начинаем. Первый столбик. Следующую петлю второй. Дальше третий. Теперь 3 столбика в одну петлю. 1, 2, 3. Повторяем. Первый столбик, второй, третий. Теперь 3 столбика в одну петельку. 1, 2, 3. Опять первый столбик, второй, третий и 3 столбика в одну петлю. 1, 2, 3. Вяжем четвертый ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 3 столбика в одну петлю. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Далее вяжем комбинацию 5 столбиков, 3 в одну петлю 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5. 3 столбика в одну петлю. 1, 2, 3. Это первый раз комбинация. Теперь второй раз. 1, 2, 3, 4, 5. Три столбика. 1, 2, 3. Так, сейчас будут 3 столбика в одну петельку. Теперь нам осталось провязать 1 столбик до конца ряда. Пятый ряд. Вяжем 5 столбиков. 1,
два, три, четыре, пять, три столбика в одну петлю, раз, два, три, комбинация 7 столбиков, 3 столбика в одну петлю два раза, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 3 столбика в одну петлю, раз, два, три, это первый раз было, опять 7 столбиков, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 3 столбика в одну петлю, раз, два, три, и до конца ряда осталось довязать 2 столбика, 1, 2. Теперь провязываем 2 столбика для смещения, 1, 2, складываем детальку пополам и провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И следующие петли вяжем соединительный столбик. Вот такое ушко у вас должно получиться. Оставляем длинный кончик для пришивания. Нам необходимо связать крыло. Вот так оно выглядит. Одно я уже связала, второе свяжем вместе. Первый ряд вяжем 8 столбиков в кольцо амигуруми. 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4. Пять, шесть, семь, восемь. Во втором ряду вяжем 8 прибавок из полустолбиков. Накид, вводим крючок. Вытаскиваем ниточку, эти 3 петельки провязываем вместе. Это первый полустолбик. Опять накид. Вытаскиваем ниточку и 3 петельки провязываем вместе. Это второй полустолбик. Наша первая прибавка готова. Продолжаем вязать дальше. Вторая. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая.
8. Сейчас у нас по кругу 16 столбиков. Третий ряд вяжем 1 полустолбик, затем прибавка из полустолбиков. Комбинацию повторяем 8 раз. 1 полустолбик. Теперь прибавка из полустолбиков. Это первый раз. 1 полустолбик. Прибавка из полустолбиков. Это второй раз. Полустолбик. Прибавка. Это третий раз. Вяжем еще 5 раз самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 полустолбика и прибавка из полустолбиков. Комбинацию необходимо повторить 8 раз. Первый полустолбик, в следующую петлю второй. Прибавка из полустолбиков. Первый полустолбик, второй, прибавка из полустолбиков. Повторяем комбинацию еще 6 раз. У нас по кругу должно получиться 32 полустолбика. Пятый ряд вяжем 3 полустолбика с одним накидом и прибавку из полустолбиков. Комбинацию повторяем 8 раз. Первый полустолбик, второй, третий, прибавка из полустолбиков. Первый, второй, третий, прибавка из полустолбиков. Повторяем эту комбинацию еще 6 раз. У нас по кругу должно получиться 40 полустолбиков. Шестой ряд вяжем комбинацию 4 полустолбика, затем в одну петлю 1 полустолбик, 2 воздушные петли и 1 полустолбик. Эту комбинацию нужно повторить 7 раз. Затем вяжем 4 полустолбика и 1 столбик. Начинаем. 4 полустолбика. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Затем в одну петлю вяжем 1 полустолбик, 2 воздушные петли, 1, 2, и в эту же петлю вяжем еще 1 полустолбик. Вот что должно получиться, вот такой как бы уголочек. Это у нас был первый раз. Повторяем комбинацию еще 6 раз. 4 полустолбика. Первый. Второй. Третий. Четвертый. В следующую петлю вяжем 1 полустолбик. 2 воздушные петли. И сюда же еще один полустолбик. Это было второй раз. Повторяем комбинацию еще 5 раз самостоятельно. Я закончила вязать комбинацию. Теперь вяжем 4 полустолбика. 1. 2. 3, 4 и 1 столбик без накида. Складываем детальку пополам.
И начинаем вязать 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Затем у нас идет арочка из воздушных петель. Сюда мы провязываем один полустолбик. Один столбик с одним накидом. Две воздушные петли. Один столбик с одним накидом. И один полустолбик. Далее 6 столбиков без накида. То есть мы первый раз комбинацию провязали. Начинаем вязать второй раз. Первый столбик. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Теперь в арочку вяжем один полустолбик, один столбик с одним накидом, две воздушные петли, один столбик с одним накидом, полустолбик, 5 мы провязали комбинацию второй раз. Вяжем третий раз самостоятельно. 6 столбиков, затем в арочку повторяем. 1 полустолбик, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с одним накидом и 1 полустолбик. Далее вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Затем переходим в арочку и туда вяжем один полустолбик, и один столбик с одним накидом. Крыло готово. Отрезаем кончик и прячем его внутри детали. Берем голову и делаем стандартную утяжку.
Завязываем на 2 узелка и прячем ниточки. Вот что у меня получилось. Теперь берем черную нить и будем вышивать бровки. Так, я ввела иглу в произвольном месте, вывела ее над глазом. Бровки слишком длинные делать не буду. Вот так выглядят бровки. Кончики связываем, лишнее отрезаем, прячем в голове. Теперь пришиваем тело к голове. Там, где у нас маркер, это у нас середина животика. То есть пришивать будем вот так. Захватываем петлю с головы и петлю с тела. И повторяем эти действия до тех пор, пока мы не пришьем голову по периметру. Пришиваем самостоятельно. Чтобы зафиксировать голову, вы можете использовать чулочные спицы. Примерно вот так это должно выглядеть. Теперь начинаем пришивать. Чтобы пришить крылья, необходимо найти середину спины. Чтобы мне было удобно пришивать, я сделала несколько стежков другой пряжей. И теперь буду пришивать. Сверху должно быть у меня от стежка 3 столбика в одну сторону и в другую, и здесь один столбик. Крылья у меня пришиты. Теперь одно ушко я пришила, второе ушко буду объяснять, в каком месте его пришить. Берем ушко и отсчитываем от края глаза 3 столбика. 1, 2, 3. Вот. Получается, глазик заканчивается, и мы начинаем пришивать в этом месте ушко. Между ушами вот здесь сверху должно быть 4 столбика. Пришиваем самостоятельно. Забыла сказать, что вот эту вот ниточку необходимо протянуть к этому краю. И затем вот уже отсюда начать пришивать. Нам осталось связать бантик. Набираем 15 воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Со второй петли от крючка провязываем столбики без накида. У нас должно получиться 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11,
12, 13 и последние 14. Теперь делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и продолжаем вязать по 14 столбиков без накида. Нам нужно провязать еще 9 рядов самостоятельно, затем перевязать серединку и пришить бантик к голове. Вот такой бантик у меня получился. Ниточку я ставила длинную, чтобы пришить этот бантик к голове. Вот такая летучая мышка у меня получилась. Надеюсь, у вас получился такой же результат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!